Джек, Уилл, я получил указание от главного штаба. Они оценили ситуацию и хотят, чтобы вы уничтожили главное здание Кригера. Видимо, нас интересуют только два объекта. Аванпост и главное здание. Чтобы уничтожить их вместе, нам понадобится ядерный заряд. Ядерный? Вы спятили? Да расслабься. Он совсем маленький, как раз хватит для того, чтобы уничтожить наши цели без других разрушений. К тому же, в момент взрыва мы будем далеко. Круто, Вэл. Я обнаружила небольшой лагерь поблизости. Позаимствуем в нем грузовик. Давайте с большим удовольствием зачистим мини-лагерь, а потом пойдем уже убивать, наконец-таки, Крига. Всем привет, вы на канале Темная Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Far Cry 1. Я прошу со 17-й части игры под названием «Безумное приключение Вэл», а «Безумное приключение Джека и Вэл» часть 1. Я желаю всем приятного просмотра. Кстати, огромное всем спасибо за поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии, за подписки на мой канал. Вы очень помогаете развитию моего канала и поднимаете мне настроение. Огромное вам всем спасибо. Эти ссылочки на мою группу ВК и группу Discord будут в описании. Вступайте, вместе будет веселее. Наша цель, как и вообще получается, вы гоните машину из лагеря, отправляйтесь к базе наемников. Окей. Миссия обещает быть прикольненькая, потому что с нами в этой миссии тебе участвует офигенная прикольная героиня Вэл. Ладненько, все, погнали. Чуть-чуть поугарали, пойдемте так, спасать мир. Наконец-таки убьем этого дебила Кроу. Ой, Кригера, блин, еще путаю Кроу Кригера, блин, просто такая буковка, поэтому у меня, блин, лошарика. Ого. А вон наша точила. Понял. Ракушки, ладушки. Ох ты, что у меня есть ракушка? О, у него классное оружие. Ты мне понравилось. Да, но это опять Марокко. Я только-только расположился здесь со всеми удобствами. И тут нате, собирайте манатки и уходим. Ты только послушай себя, как бабка какая-то. Разложил свои вязаные салфеточки везде, что ли? Расставил фотографии кота на прикроватной тумбочке. Хватит ныть. Мы наемники, а не декораторы-оформители, мать их. Да-да, ты прав. Ну хоть сообщили бы, куда нас отправляют, а? А еще дали бы нам месяц отпуска и пони в придачу. Но этого не будет, кретин! Заткнись и собирайся! Блин, классный получился не в диалог, даже сказать очень смешной. А, пони, блин, котик. Блин, а. Ладно, короче, сейчас быстренько аккуратненько. Ю-ю-юшки. Снайпер — это опасная тварь. Это, в принципе, самая опасная в этой миссии, а? Хрень. Поишки. Ой, ё-ё-ё-ёй. Есть, а? Так, последний патрон остался, а? Кого мне пустить? Там, походу, кто-то еще есть, а? Я с ним перенес, что я не всех убил, а? Слишком было бы легко, если бы мы всех убил бы я. Эти КВЛ, правда, офигенная. Ну, правда, я очень рад, что Джек с ней проходит миссии, а? Будет финальная миссия. Мне кажется, скорее всего, скоро будет финал, а? Раз ВЛ уже появилась, а? И мы хотим бы взорвать главное здание Кригера. Ладненько, блин, походу, они не появятся. Пойдем мы сами, а? Дикая для предыдущей миссии я украл отжал пулемета. Прикольная вещица, а? Правда, в этом месте сейчас пока он особо не поможет мне. Лучше пока петух взять. Все, Вэл, погнали! Ой. Ёнечка. Ой, Вэл, давай аккуратненько сначала, а? Честно, Вэл. Я кого-то кокнул, а? Какого, правда, не знаю, но кого-то я убил, а? Ладненько, сейчас быстренько по-другому их обойдем, как говорится. Побегаем, поиграем в догонялочки. Я люблю догонялки играть. Это вообще офигенная игра. Ой. Достань их! Держись, у нас кто-то на хвосте! Это что, Вэл? Блин, прибой сейчас был прибой, а? Они прямо перед нами! Где именно? Ох, никак! Да! Вот это, сука, чуть Вэл не убил, а? Ну ты урод тупорылый, а? Сука, а? Тебе, блин, так завыл, а? Тварь тупая! Надо быстренько выключить гребаную синхронизацию, а? Дабы, чтобы подкрепление подошло, а? А то бы сейчас у меня жизни немного, а? Надеюсь, мы сейчас больше пока никого не встретим, а? Быстренько надо будет патрончики у этого дебила снайпера забрать. Так, ушки, а ладушки. Все.
Опа, патрончика я снайперку, пистолет, прикольненько. Сейчас он тут у нас что? Тут у нас ничего такого нету. Кстати, я можем пока переключиться на третий вид. Ну так, знаете, полазить все такое. Сейчас быстренько возьмем. Быстро опять патроны. Смотри, сколько у меня патрон? Опа, у меня получается сейчас 11 патронов будет, а? Вместе с его. Круто, круто. Почему бы вообще на самом деле класс? А я же говорю, 11 сейчас. Просто перезарядку. Блин, а? Вообще офигеть. Кстати, огромное спасибо вам, все, в принципе, уже говорил, но все равно, что участвуете в вопросе в моей группе, какую мне следующую игрушку проходить, и какую игрушку в следующем мне вообще стримить. А тебе следующую игрушку я буду стримить, может быть, даже сегодня, если получится, я постримлю какую-нибудь Warzone. Ну, если получится, а. Я постараюсь, если, конечно, время будет, я просто собираюсь идти в лес с моими собаками, а. Если успею, ну, я где-то часов 8, ну, где-то вот так вот, вот. До 10 до полудинства постримлю с большим удовольствием. Потому что мне понравилось, что предыдущий стрим, как вы поддерживали меня. Вообще было офигенно. Опа, еще патрончики. Поэтому вам всем за это спасибо отдельное. Опа, бананчики. Подождите, бананчики, колбасочка. Офигенная. Ну-ка, что это у нас? Какой-то, типа, супер какой-то напиток. Прикольненько, блин. Это очень интересная, очень классная игра. Поэтому, ну, я не знаю... Я всем рекомендую в нее поиграть, потому что она очень, правда, интересная. Я думаю, с большим удовольствием вы захотите поиграть. По крайней мере, если не хотите, то посмотрите мое прохождение. Она, правда, офигенная. Я очень стараюсь, правда, ради вас, а. Все для вас. Честно. Вперед. Да мне самому, на самом деле, игра нравится. Она офигенная. Я веду, на тебе пулемет. Всё, окей. Все, 6 патрончиков. Серьезно. На мосте. Какого фига всего лишь 6, а? Блин, все твое дело, а. Я знал, что там теперь будет какая-то фигня. Типа уже ясно. Мы не пройдем через эти ворота. Я попробую другой маршрут. Вау, красивое солнце, а. Уйду, пиши в это город, а. Охеренно, попал в вертушку, блин, крутяк. И я себя защиту залетел деталь. Вертолет, а. Блин, всего лишь осталось 3 заряда. Надеюсь, хватит, а. Достань! Офигенно, достал, Вэл, все хорошо. Пока все хорошо, блин. Красивая миссия, красивое солнце, красивая Вэл. И красивые вы молодцы. Блин, а еще очень интересная миссия. Ой-ой-ой. А ты дерьмо, а? Помнишь, дерьмо, а? Нас блокируют, разбить. На самом деле не ожидал, блин, что эта сука появится, а? Я знал, что там появится жив. Внутри, а вот эта сука не ожидал. Все, Вэл, давай, погнали. Я веду, на тебе пулемет. Давай, Вэл. Надеюсь, больше не погибать, постараюсь, а. На гости. Есть. Блин, а, просто коханулся с тем джипом, честное слово. Блин, обидно. Мы не пройдем через эти ворота. Я попробую другой маршрут. Ага, давай, Вэл. Этот раз таки вертушка как-то по-другому летит, а. Ну все, попали в нее, круто, а. Блин, дубль 2-2. Димончик, пожалуйста, не тупи. Люди смотрят твои прикольные прохождения. Надеюсь, что вам мне правда нравится. Я очень стараюсь ради вас. Достань! Офигенно, все, теперь я знаю, что если дебил на машине появится, это дебил, а. Поэтому я готов. По крайней мере, постараюсь быть готовым, а. Вэл, ты главное не тряси машину, а. Хорошо. Я буду тупить. Есть, теперь, сука, попал вас, а. Отомстил вам, придурки, а. Юнишку. Нас блокируют, разберись. О, давай, давай, даю. Вэл, не тормози, пожалуйста, а. Нам надо прорваться. Джек, осторожней! Сейчас или никогда, держись! Давай, Вэл, опять мне жизни осталось. Ё-моё, блин. Что я с этими жизнями буду делать? Капец, а. Можно пока так переключиться, надеюсь, больше никого не будет, а. Едем, мы с вами красивой, классной девчонкой. То ли едем, мы кайфуем, тудун-тудун-тудун. Дуэ, мы на месте. Сообщи нам, где находится главный терминал безопасности. Ждите. Передаю координаты. Окей, получила. Итак, вот что нам надо сделать. Джек, тебе достанется все веселье. Ты проникнешь в лагерь и очистишь мне путь. Там я сумею взломать их систему безопасности, и мы захватим боеголовку. Нет, я не стану трогать боеголовку, даже самую маленькую. Тебя не уговаривают. Отдыхай, я справлюсь сама. Твоя работа — обеспечить прикрытие. Вы полны сюрпризов, леди.
Я помогу тебе, Вэл. С большим удовольствием. Правда, жизни у меня совершенно мало, а? Надеюсь, что, сука, я найду аптечку, а? И наконец-то используют прикольный пулемет, а? Как реально класс. Вэл, я прикрою тебя. Хотя, если пока меня не убьют, а? Так, поехайте на базу и найдите компьютерный терминал. Окей, окей, блин, с такими жизнями это проблема будет сделать, а? Думаю, тут у них офигенный лагерь, а? Уже помощнее, первый. Первый это был мини-лагерь, а? А это получается уже побольше лагеря. Ну, это около нас, на мосте! Да, еще один! Черт, а они ничего! ВВЛ, не рекомендуется. Что там? Врагов, блин. Хвалить, а? Они ничего, вау, блин, может они тебе еще это пихнут, а? Блин, сколько вас тут, а? Так, походу, какой-то еще идет, а? Не-не, по-любому это появится резко, а? Я ж не слышал, а? Я ж говорю, сука, что появится еще. Обломись! Я ж так и знал, сука, тут, блин, предчувствие было, а? Может, хоть жизни больше стало, а? Ах, блин, все. Все, Димончик, пожалуйста, не погибай больше, а? Блин, я надеюсь, что вы поймете, что бывают такие ситуации. Ну, просто реально, на уровне ветеранов, блин, очень трудно проходить игру. Я почти до конца прошел и не буду сдаваться. Пройду до конца. Так, опять же, кину гранаты, закидаю гранаты и просто... Просто закидаю их нахрен. Джек, осторожней! А, сука, я понял, как кидаю, а? Я понял. Мощные противники. Вон там! Дели, а? Жизни мало, а поставить, честно слово. Ты, сука, да сколько вас, а? Сука, уже поубивало, и все идут и идут, а? Блин, тут тебе тут больше даже чисто в туалете, как ни странно, у них, а? Ладно, вы пошли с тобой, вау, ты такая красивая. Блин, я бы с тобой замутил. Ну, на месте Джека. На месте Джека, вау. Пулик поубивал. Правда, срочно нужно будет найти аптечку себе. Так, если срочно, пойду себе аптечку искать, а? Правда, не знаю где, но она мне очень нужна. Наверх пока на скорее всего, рано еще идти, а? Дабы я... Опа. Опа, вот аптечка. То, что доктор прописал. Опа. Все, Вэл, сейчас быстренько. На мосте! Сука, блин, так неожиданно. Я аж малеха испугался. Достали! Черт! А они ничего! Да какие нахрен ничего? Они пипец, Вэл. Они полнейший пипец на самом деле. Причем я их не хвалю, Вэл. Беги уходя, не хвалю, а. Чего-чего? Маленько, сейчас надо быстренько сюда пойти, а? Искать. Какого черта? Да ты какого хрена тут очутился, а? Вот какой, а? Чего нам сзади обойти, а? Хрен тебе мундил, а? Держись, у нас кто-то на хвосте! А, где? На хвосте? Сука. Конкретно, а? Ладно, 10 дебил у меня сейчас не будет уже теперь, а? Ладно, Вэл, все, погнали с тобой дальше, а? Нам, походу, с тобой, скорее всего, надо было на ступеньку сюда идти, а? Все, Вэл, погнали.
Я, конечно, иду, я должен тебя прикрывать, потому что я официальный лидер команды. Мы уже совсем рядом с терминалом. Обычно комнаты управления у них располагаются на верхних этажах. Ага, понял, Вэл. Скрывалочки. Нашел, Вэл. Погнали. Иди сюда. Я, кажется, что-то нашел. Ой. Окей, я взламываю их систему. Поторопись, у нас очень мало времени. Уже почти. Так, готово. Теперь за мной. Серьезно, все? Молодец, Вэл, погнали, мне нужно срочно найти тебя. Опа, вау, бронежилет. Только сказал, и тут же появилось все, что нужно. Все, Вэл, погнали. Так, следуйте за Вэл, она не должна погибнуть. В твоем месте эта сука миссия неуполнима, потому что она предвечно убегает. А? Так, вперед, Вэл. Вперед! Я понял, Вэл. Вау, ого! Нифига себе, получается, намек типа на кризис, да? Кригер. А, нет, Кригер! Нифига себе, Кригер, офигенная баба. Ладно, все, Вэл, пошли, Кригер. Куда нам там идти? А, вот сюда. Давай, Вэл, ты вещи. Вэл, почему ты отстаешь всегда? Это даже это на руку меня. А, нет, на самом деле это я отупил. Все, Вэл, сори. Прости меня. А вот и сюрприз. У меня есть код доступа к этой двери. Сезам, откройся! Вау, круто! На самом деле круто, Вэл, ты молодец. Так. Джек, осторожней! Мои глаза! Джек, осторожней! Держись, у нас кто-то на хвосте! Есть, сука. Так, пока вроде все хорошо. Офигеть, офигенное солнце. Сейчас быстренько сделаю перезарядку, а. Быстро какого-то вот дебила патрона возьму. Так, надеюсь, сука, тут никто, пока больше никого нету, а. Фух, слава богам. Так, все, Вэл, давай, я должен первый идти, я должен тебя прикрывать, а. Так, походу, сначала сюда сходим, а. О, ты тут, а. Ну, все. Нормально, Вэл. Теперь, походу, я один пойду, да, Вэл? Ну ладненько, Вэл, давай, я пойду. Как я должен это сделать. Прикольно, кстати говоря, я офигенно его убил. Посмотрите, охереть, да? Класс. А. Вэл может открыть дверь. И какого хрена, Вэл? Вэл, какого фига? Ладно, что это такое? Не, ну серьезно. Блин, да что за бред, а? Вэл, тут же по идее дверь открыта написано было, а? Какого фига, Вэл? Что-то его, походу, приболел, надо ей помочь, а? Быстренько подняться на ноги, а? Итак, вот наш план. Я открываю двери, мы входим внутрь и ищем боеголовку. И не напоминай. Это не все. Ты должен войти в их штаб и найти устройство для активации заряда. Времени мало, поэтому мы должны разделиться. И хватит скулить, понял? Понял тебя, Вэл. Джек, передаю тебе координаты устройства. Торопись, у нас мало времени. Понял тебя, Дойл. Да офигели командуйся мне, суки, а. Бля, ну-ка. Так, идите в штабе устройства и активации боеголовки. Такое прикольное название. Боеголовка! Да откуда ты, сука, взялся, а? Бля, я взял, сука, весь броник мне просрал. Бля, Вэл, у тебя есть аптечка? Ты все просрал, а? Ёб твою мать, как тебе пойду, а? Сука, я не ожидал, что этот урод появится, сука, блин. Вот что называется проходить на уровне для ветеранчиков, а? Блин, я до ветеранов еще не дорос, а? Я еще пока со сыночек, а? Черт, закрыто. Не волнуйся, для этого у тебя есть я, вот и открыто. Да, Вэл. Взять его! Я продырявлю... А? Давайте, дебил, у меня жизни мало, а? Только двери заколебались закрываться. Блин, что-то... На
Надеюсь, я всех его убила. Сука, опять туалет, а? Забыли эти туалеты уже меня, блин. Сука. Ого. Ты. Опа, броник, блин, слава богам, а. Надеюсь, и жизни найду, а. Ой-ой-ой. Ладно, хотя бы жилет пока что есть, а. Блин, честно, очень даже классная миссия, блин. Охерительная, блин. Ё-моё. Ну-ка, что у нас тут? Туалет. А, птичек нет, да? Видите, это получается заключенные держали пределки, а? Вот уроды, блин, а. Ну ладно, сука, я сейчас вам устрою кусочки налево. Или вы мне устроите. Блин, мне жизни нужны, а. Так, тут у нас есть аптечки, а? Нет. Кстати, гайпад этот у них, как ни странно, реально на самом деле. Очень даже чисто в туалетах, а. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. И всем большое спасибо за просмотр. Что это было? Понятия не имею. Мои уши! Нифига себе, походу это есть штаб, а. Мне что-то померечь. Что там творится? Я не знаю. Сейчас подожди, пацан. Мой мужик, а мужа. Чмареныш, подожди. А теперь можешь ты говорить. Что творится? Типа начальник охраны, что ли, а? Тигай, походу, да, он обычно с тигай по одежде, а? Немного на кровь похож, а? Блин, и куда мне идти? Может, что-то надо найти, а? Что происходит? А это что у нас получается? Штаб, что ли, какой-то их? Мать вашу! Ладно, все быстро, перезарядка. Кстати, очень быстро. Хотя ладно, на самом деле не так быстро, как хотелось бы. Маленько, не зря я всех их убил, а. Может что-то найти, надо карточку там что-то доступа, а. Опа! Аж про такой вманговал, а. Ну типа, ну это было логично на самом деле, а. Так, сохранилочка. Охерен, что сохранилка. Блин, на самом деле очень даже круто, а. Это правда очень прикольная игрушка, ну. Вообще просто огромное вам еще раз спасибо всем за поддержку. Вообще, ну, реально, спасибо. Если бы не вы, я бы вообще не знаю, чтобы. Правда, я бы, наверное, пипец. Один был бы лошарика. Карточку я не зря взял. Здесь, если кто меня сзади не пойдет, сука. Так, граната есть? Нет, только, сука. Ты видел? Чего не заметил? Только, сука, дымовухи, а. Ты видел? Волну! Я в орудие в клочья! Давай, иди сюда. Давай, иди сюда еще раз. Давай, иди сюда. Не, не пойдете, а? Блин, отвлекся, нельзя отвлекаться, а? Кто-то еще сзади, а? А, это Вэл. Куда он делся? Все, это Вэл. Блин, офигенно, я правильно сделал, что даже подальше отошел, а? Типа какой-то штаб, камеры, видите, у них стоят, или это не камеры. Не, это реально камеры. Какого хрена? Сука, у вас мощная, сука, охрана у Крова. Блин, Кригер, обычно, простите, путаю, а. Блин, убил уже этого Крова, все, блин, Крова говорю, а. Походу, мне он понравился, поэтому я постоянно вспоминаю о нем, а. Ну, не в том плане, конечно, как. Вообще, блин, не в том плане, простите. Так, ладненько, нам сюда идти или куда? Это у них получается, типа, жесткий диск, то все такое. Как физибук, как называется, эта фигня. Так, у нас тут? Сейчас, быстро. Сделай перезарядочку. А, нам наверх надо подняться будет, а? Ну ладненько, давайте. Как говорится, Жакавер ничего не боится, но аккуратненько, думаю, идет. Куда мне точно пойти, чтобы вас там не было или были?
суки, блин, я не ожидал, что появится, ну, блин, знаете, по шагам, чисто по шагам услышал, на самом деле услышал, а? Блин, сука, тупо шаги их сдают, а если бы не шаги, я бы хер бы узнал, бы, что они идут, а? То, что у меня слух более-менее неплохой, а? А то пипец было бы. Так, тут мы больше ничего не возьмем. Опа, вау, я нифига себе, суки, а? Опа, и классный бобей. Ладненько, все, а? Вот она. Устройство у меня, что дальше? Двигай здание безопасности как можно быстрее, я почти закончила. Ага, понял, понял, вау, бегу, бегу. Ну ладно, думаю, что оставить. Мне кажется, лучше брать пулемет или оставить. Хотя ладно, так что быть, оставлю у нас пулемет. Потому что поменяем, а? Так, он говорит, вы говорите, по к ней двигать, да? Блин, а? Здание безопасности, а? Ой-ой-ой, ты же пугаешь, что же будет, а? Кисана меня удивило, что тут не было трагенов, а? На самом деле, я очень даже рад этому, а? Хотя нет, в принципе, я бы их с пулемета поубивал бы, а? Так, Вэл, я иду к тебе. Ты вообще где? А, все, я понял, куда зайти. А, Вэл, моя красоточка, я иду к тебе. Надеюсь, я сейчас тебя поцелую, Джека, а? Как он твою задницу спасал много раз, больше, чем ты. Хотя тоже ты, в принципе, спасал пару раз. За мной, Джек! Куда мы идем? Увидишь. Давай, Вэл, как говорится, слушаюсь и повинуюсь. Правда, нифига себе, смотрите, как она бежит. Тым-та-тым-тым-тым-тым-тым. Вэл, блин, ладненько. А на самом деле, куда мы идем? Ух ты, а у нее же есть, типа, она же как хакер получается у нас, а? Подожди, надо отключить замок. Попробуй теперь. Подожди. Аванпост, боеголовка где-то там. Ты первый. Окей, ну подождите, опа. Вот это сначала я их кокнул, а? Я тут сначала, вам надо как-то их подумать, а? Вау. Ой. И есть. Офигенненько, блин, все-таки снайперская винтовка меня очень даже радует. Правда? Блин, все-таки не зря я снайперскую винтовку оставил. Фига офигенная позиция, типа, сверху отсюда, а? Опа, сохранёчка, офигенная сохранёнка. Ёб твою мать. А, все, понял, прости, был. Очередями стрелять этого пулемета, а? Вроде бы тут всех убили, а последний дебил остался. Ага, последний, ни хрена себе последний. А оказывается, сука, это не последний, а? Есть, а? Вэл, сейчас подожди, я быстренько соберу сюда, может быть там патроны будут на снайперскую винтовку, а? Это тут что-то дебил? Ладненько, я понял, Вэл. Может, если тебе говорят, сюда будет лучше видно его, а? Фига, где он, реально? Ого, тут был пулеметчик, а еще один пулеметчик, нифига себе. Где этот придурок? Да тут я всех убил. Тут тоже, нифига себе, я молодец. Ладно, Вэл, сейчас, подожди, аккуратненько. Ого, у меня еще и броник, даже не помню, где я броник взял с аптечками. Капец, ее. Кстати, лучше, пипец. Ничего, садиться, придурок, а. Не бесит, когда вот так вот дебил где-то. Скрывается, его не видно, а. ТГ, правда, погодка в игре не очень, но у нас ТГ вообще офигенная погода в городе, а. Садиться, дебил, а. Не накаляешь ты его. А ты где, придурок?
нам гости. Пэл, спасибо. Огромное тебе спасибо, правда, что быстро перезаряжусь. Тебе потом было нормально. Я просто с опаской иду, потому что на этом уровне, правда, очень... Ты ничего не заметил? Трудно проходить. Думаю, вы меня так прекрасно понимаете. Вы не глупенькие у меня. Вам не нужно объяснять. Сука, он даже издалека меня охеренно снес хп. Это у них получается, у них кухня, нифига себе. Побей колбаска, ха-ха, бананчики, все такое. А где-то получится аптечка или броника. Паника был, мы пошли с тобой туда, теперь куда нам дойти? Найдите арсенал. Ой, блин. Сука, напугала эта фигня меня. Ваник, сейчас пошли, вам найдем с тобой арсенал. Ой. Бля, стоп, подожди, Вэл. Надо смотреться. Опа. Ха-ха. Куда? Вау, прикольный журнал, да? Что-то написано, не понятно, что, но прикольный журнал. Вау. Ваник, все, хай-хай-хай, демончик, хай. Не отвлекайся. Тут у нас, ух ты, нифига себе. Патрончики, только аптечки нету. Ой, блин, броника. Ладненько, Вэл, давай. Мы с тобой почти дошли. Так, теперь куда? А, походу сюда, все, я понял, Вэл. Может даже мне не объяснять, я не глупенький. Как у Джек. Офигенный и умный человек. Ты ничего не заметил? Достань их! Попробуй съесть это! Они прямо перед нами! Я понял, подожди. Сейчас быстренько перезаряжусь, тикаю классный пулемет, правда, если еще броник и стрелять, а чисто им... Община. Боу, все будет охеренно, а? Так, все? Офигенный всех поубивал, охеренный его поимел, да, суку? Вроде бы не всех убил, а? Смотрите, прикольная модификация оружия, видите, типа, можно его собрать, разобрать, типа, эмочка, потом МП5, это оружие я не помню, блин, зараза. Вот она разобрана, видите, как разобрана выглядит. Ладненько, все, Вэл, погнали, все время тянуть. Опять перезарядка, Дима, я не хочу перезаряжаться. Так, пушка, ого, патрон, нифига себе. Ого, типа, добавить патроны нужны. Вэл, отойди, я нашел твою тачку. Сюда. Я, кажется, что-то вот нашел. Это я понимаю. Сервис. Я за рулем. Уступаю. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Лаборатория охраняется лучшими людьми Кригера. Ну, разумеется. Мы разберемся с этим, Дойл. Свяжусь, как только доберемся туда. Самое главное, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Увидимся в новой части этой прикольной игрушки. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.